прямо здесь садиться. Я просто не хочу грязнить. Ты можешь, короче, сделать так, смотри. Наступаешь одну вот такую палатку, все, и, понял. И туда сразу. Ногу свело. Вчера тренировался, жопу свело. Так. Буты большие. О. Так. Все, я готов. Попробую весло, короче, оно с разворотом. Смотри, как будет. Забился, да? Сейчас привыкну. Да. Просто семечко, белая семечка. Добрый. Красота. Добрались до стоянки. Не знаю, как там в Питере, а у нас снег. Красота. Хорошо. Сейчас поднимемся вверх по течению и будем потихонечку спускаться, прокидывать. Посмотрим, что тут водится или не водится, как повезет. Прошли ниже по реке. Нам тут хлопцы шерстяные оставили сюрприз. Завтра с Мишей будем с утра развлекаться. Не, ну вот как такие маленькие. Там дерево хрен знает какого диаметра.
Ну все. Сейчас снимаемся со стояночки и в добрый путь. Погодка сегодня что надо. Все, двигаемся дальше. Лодочку перенесли через завалы. Спасибо шерстяным засранцам. Всю реку завалили. Поедем дальше. Очередное препятствие. Красотища. Вышли с реки. Дальше пойдем по открытой воде. Красота. Доехали до мыса Дружба. Смешаний. Где мы находимся? Мы находимся в Приозерском районе, поселок Васильево. Это все Воксинская система. Вот, такие небольшие микроозера соединены такими протоками. Очень интересное место. Здесь пролегает маршрут байдарщиков. Так что... И упорочников. Красотища. Да, безумно. Весь мыс один большой камень. На нем и деревья, и мох, и кусты, и все, что хочешь. Камни просто гигантские. Красотища. Избушка на курьих ножках. Реально, избушка на курьих ножках. Охренеть просто. Это дом. Красота. Вот она, русская креативность. Красота. Приближаемся к месту прибытия. Приплыли в такую красотищу по этому ручью. Наша конечная точка. Будем собираться, будем выставляться и двигаться домой. Да? Как говорили в старом русском фильме, жить хорошо.